Приветствую вас, не тащите, пожалуйста, за негатив, не тащите, пожалуйста, за какое-то оскорбление или что-то еще. Вот, но, знаете, я могу понять тех людей, кто относится к вам, ну, как-то уничижительно, да, орут на вас. И так далее, потому что даже задавая свой вопрос, вы, собственно, не задаете вопрос. То есть нет запроса. Нет запроса. Чего хотите там? То есть, например, если хотите, допустим, я не знаю, жить отдельно, например, это одно. Если вы хотите, чтобы вас дочь воспринимала всерьез, это другое. Если вы хотите, чтобы на вас орать перестали дома, это третье. И так далее. Понимаете, то есть, по факту, исходить нужно из того, что вы хотите, понимаете, именно исходить нужно из того, что вам нужно, чего вы ожидаете от психолога, а так пока непонятно, с какой целью вы пришли. Далее, я бы рекомендовал вам начать с того, как вы себя ставите дома, что на вас орут. Как на подростка. Вот я бы начал бы именно с этих моментов. То есть самоуважение, самооценка, личные границы, четкое знание того, чего я хочу, того, что нужно мне, вот, и так далее. Вот я бы начал бы вот с этого. Я бы начал вот с этого, на самом деле, потому что, ну, естественно, да, что если вы проанализируете для себя, почему вы позволяете орать на себя как на подростка, и если вы уберете это, то и дочь, соответственно, ну, будет воспринимать вас куда лучше. Ну, вот, и она уже, в общем-то, будет с уважением относиться к своей маме, да, и, в общем, вам будет легче с ней контактировать. Другой вопрос, хотите ли вы этого, другой вопрос, будете ли вы разбирать свою семейную ситуацию, будете ли вы рассматривать свои конфликты с родителями, будете ли вы работать над собой вообще или нет. Вот этот вопрос, он куда более важен, потому что, ну, вы сами, я надеюсь, понимаете, что если на вас кричат как на подростка, а вы, значит, уже мама, то я полагаю, что здесь есть некий генезис такой, соответствующий генезис, что, возможно, вы к этому привыкли, возможно, вы считаете, что, ну, может быть, вы не считаете, что так должно быть, но научились с этим мириться.
и считаете, возможно, что ситуацию вам, ну, не переделать, вот, а ее на самом деле переделать, ее можно и нужно переделывать. Только для этого требуется ваши усилия, для этого требуется ваше желание и стимул. Вот, и если вы не хотите делать это для себя, то сделайте хотя бы ради своего ребенка, вот, хотя бы ради него постарайтесь это сделать, потому что, ну, ребенку нужна мать, без матери, в общем-то, ей будет достаточно сложно как-то вот искать себя в жизни, без матери ей будет достаточно сложно справляться с проблемами, вот, потому что вы не научите ее справляться с проблемами и давать опор. И я здесь могу только вот сделать акцент на том, хотите ли вы вот подобного будущего для своего ребенка. Вот. Ну, лично я думаю, что нет. Лично я думаю, что не хотите. Но для этого, если вы не хотите, то для этого нужно, соответственно, что-то делать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обязательно дополните свой вопрос, либо дополните свой вопрос, либо уже непосредственно в личку обратитесь к тому эксперту, который вам будет по душе. Вот, если у вас появились вопросы ко мне по моему ответу, соответственно, пишите в личку мне, я буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!